организации ISIC в Одессе. Первое, что приходит в голову, говоря о Иванке, это ее знаменитая пунктуальность. Это качество я считаю частным проявлением ее отличной способности к самоорганизации и высокой степени ответственности. Прекрасная самоорганизация проявлялась в Иванке во всех проектах, где я мог наблюдать ее участие. Достойно отдельного внимания то, что Иванка всегда прикладывала усилия для того, чтобы все эти качества распространять и на свою команду. Второе, что я должен отметить, это работа Иванки на позиции проектного менеджера Иванки. Окей, еще раз. Второе, что я должен отметить, это работа Иванки на позиции проектного менеджера Иванки. Эта позиция является одной из самых популярных среди желающих подаваться в борт, часто по причине того, что этот опыт очень ценный. Выслушать и понять каждого осипа, найти корни проблем в проектах, найти им решение и направить лидера в нужное русло требует большой подкованности в вопросах организации проекта и командной работы. Это тоже важный аргумент в пользу того, что Иванка достойный кандидат. Наконец, Иванка прекрасный коллега по борду, способный быть и приятным, легким в общении другом, что очень важно для отношений в борде, и твердый, решительный в решении деловых вопросов. За это все я и поддерживаю Иванку в ее стремлении занять позицию ЛСИПа ЛК Одессы и повторяю, что считаю ее достойным кандидатом. С уважением, полноправным членом ЛК Котов Андрей. Иванки. А главе правления Одесского локального комитета Всеукраинской молодежной общественной организации ISIC в Украине Гончарук СС Гончарук Светлана. Рекомендательное письмо СС. А данным письмом я, Гончарук Светлана, рекомендую Ивану Педручину как достойного кандидата на позицию президента ISIC в Одессе. Если быть честным, я очень рада писать это письмо Иванке. Для меня Иванка по сей день является некой загадкой. Скорее всего, что из-за того, что она всегда может быть разной, я не сразу научилась ее понимать. Но это делает ее для меня еще более интересной личностью. Помню Иванку еще на ее оценочном центре, как сейчас помню ее искреннее удивление, когда я сказала, что она его проходит. С этого момента уже прошло больше года, и за это время Иванка очень изменилась. Она выросла не только в профессиональном плане, но и как человек. И мне приятно наблюдать за этими изменениями. За время работы с Иванкой в борде я каждый раз открываю ее как-то по-новому для себя. Но все равно я вижу ее как человека, который невероятно предан тому, что он делает. А еще она всегда всем напоминает обо всем и проверяет. И делает это непревзойденно. С Иванкой невозможно пропустить ни один дедлайн. Это качество очень важно для лидера команды. Невероятная ответственность, приверженность делу, целеустремленность, ориентированность на результат – это все то, что характеризирует Иванку. Все выше сказано еще раз подтверждает то, что я поддерживаю стремление Ивана Педручной стать президентом ISIC в Одессе в сроке 2014-2015. Иванка, я верю в тебя. С уважением, Гончарук Светлана.